на Владикавказ. Надо было спросить, так можно было отсюда в Тбилиси сразу поехать? Я просто рядышком в лоб не живу. Вот кому интересно, автовокзал, скорее всего, отсюда будет. Приехали в центр Владикавказа, называется проспект Мира. У нас нет жилья, сейчас мы сядем в кафешку и будем думать, где нам жить. Мы пришли в кальяна, первый попавшийся, но выглядит неплохо. Дамы примерно вот такие. Недорого вот. Пиво 120 рублей. Серьезно? Курочка в сливочном соусе 280. Я, пожалуй, возьму пиво. Мы еще не доехали до Грузии, но уже пьем грузинское вино. Кстати, сам вкусный. Графин нам обошелся в 1200 рублей. Но Валере не понравилось, мне норм. Валера говорит, что она воняет коровами. Козьими. Козьими какашками. На эскике. И что ты еще заказал из еды? Фетучини. Сейчас будем пробовать. Сколько стоило? 450. Дорого, считаю. Посиди. Домашнего грузинского красного вина. Да, мы были в кальянной. Сладкого. К нам пришел наш друг. И газированного. Новый друг Артем. Очень классный парень. Мы его бросили. Идем сейчас смотреть новую квартирку. Мы нашли квартиру за 2 минуты, чтобы вы понимали. Просто на Авито позвонили. И вот 8 минут от нас мы идем до квартиры. Заселяться и дальше тусоваться. 1800 рублей, ребят. 1200, не хочешь? Еба, ребят, из квартир дорого. Серьезно? Да, 2700. Это овер нашего бюджета, друзья. Это в самом центре города. Ну, прошу заметить. Центр это сложно назвать. Ну да, это оно. Прикинь, серф-кофе. Слышишь? Это вообще-то охуительный все, это кофе. Это не оно, Валер. Думаешь? Да, ну вот у них 13 числа. То есть сегодня ничего нет? Да, сегодня, наверное, ничего не будет. Поняли. Ну ничего страшного. Ну ладно. Если что-то... Мы заселились. Вот так тут симпатичненько, аутентичненько. Мы в самом центре города, прям какой-то переулок просто завернули. Здесь такой маленький дворик. И вот наша квартирка. Вот так. Да я знаю, что ты писаешь. Мы идем гулять по центру. Господи, господи. Боже, боже. Что это за мужчина? Пойдем, нас научили закрывать дверь, правильно? Выходи, сейчас покажу. Давай, для наших подписчиков. Если вы сюда заедете, ребята, вспоминайте. Вот этот ключ от калитки, его не используем. Свет, кстати, выключать надо.
А, бля, вы же ревизора. Выключай, сейчас ревизор снимаю. Давай. Друзья, здравствуйте. Сегодня с вами Валя Леопарин. И это программа «Ревизора». Сегодня мы смотрим квартиру в Владикавказе. Адрес я, конечно, не помню. Проходим. Сразу видно то, что как бы люди о безопасности своей не заботятся, да? Стеклянная дверь, все видно. Приблизь, пожалуйста. Разуваемся. Мы любим чистоту, чтобы как бы все не думали, что это я наследил. Да? Смотрим, что у нас есть. Детские салфетки. Почти пусто, ребята. Приблизь, пожалуйста. Почти не пусто. Густо, не густо. Не густо. Пустая полка, ребята. Это не дело. Пыль. А кстати, а вот это пыль. В труднодоступных местах-то они не убирают. Вот видно даже, ребята, видно? Приблизь, пожалуйста, красным сделай, красным. Пыльно. Угу. Грязная, ссаная тряпка около раковины, где мы едим, ребята. Как вы считаете? Я считаю, что это ненормальная ситуация. Здесь кто-то пил вино. Ну, я считаю, что это небольшая проблема. Давайте не будем. Упустим этот момент. Квартирка неплохая. Тут, в принципе, проходил когда-то праздник, Новый год, возможно. Я бы, на самом деле, бы убрал этот шар, он портит весь интерьер. В общем, впечатление у меня хорошее. Давайте проверим, как бы, пыль. Грязные места. Грязные места, давайте посмотрим. Ответ не убирает. И этим я должен дышать? Нет, я не буду платить. Пиши, пиши ему, что он возвращал деньги. За вино точно. Ну, здесь... Здесь чисто. Что здесь, ребяточки? Пыль. Клеенка. Ну, сами понимаете, что это... Ну... 3 рубля, как бы, ребят, но это не дело. Мы живем только в люкс апартмент. Пустой холодильник. Если заезжают люкс гости, VIP, должно быть холодильник полный. Давайте проверим морозилку, возможно, там нам оставили рульку. Open вот здесь. Не размораживали. Ставим холодильник, 0. Посмотрим кухню. Ванна, простите. Что? Что здесь у нас? А это твое? Это не наше. Чужие принадлежности, ребята. Это пиздец. Ссаные тряпки около... Блять, как здесь мыться, ребята? Что это? Нету ванной. Я люблю ванную. Это ноль. Проверь. Грязь в труднодоступных местах. О-о-о-о. Приблизь. Надо красным отметить. Посмотрите угол. Угол. Вот здесь, я не буду, у меня нет перчатки белой, но тут видно грязь, блядь, пиздец. И мы этим дышим, и мы этим дышим. Ну что, ребята, я ставлю этой комнате и квартире 3 из 10 по качеству Валерия Парина. И Валерий Парин не рекомендует, как это? Но если у вас мало денег и мало времени для выбора, то отличное предложение, ребятки. Иду. А вот так вот ножнички. Ага. Мне Луиза говорит, что нужно заниматься спортом каждый день. Любная, не? Как бы показалось? Показалось. Валера на тусовочку собирается. Я готовлюсь быть самым красивым в этой деревне. Первый парень на селе. А чего добился ты в этой жизни, а? А так вот надо. Надо красивым быть. Глаженным надо быть. Мне мама еще говорит. Верьте, сами тем. В общем, мы нашли две бутылочки вина. В холодильнике позвонили хозяину, спросили, а это случайно не нам вино? Это не брезент. А он говорит, 500 рублей за бутылочку. Мы такие, ну... 500 рублей. Ладно. Невкусно? Нормально. Не, хорошее вино.
первый шлейф. Хотел показать, давай пей. Огонь. А что тебе не понравилось? Да нет, вкусное. Охуенное. Просто когда много пьешь вина, тяжело потом стало. А это вкусно. Это реально прям вкусно. Серьезно? Это сухое белое вино, и оно вкусное, прям реально. А он не отдает алкоголем вообще, не спиртом. Зашли в заведение напротив нашей квартиры. Это паста с лососем, наггетсы и паста, 4 сыра. Валер, ты мразь. Можно еще раз так закатить глаз? Такие ушки красивые. Он уличный, кстати. Доброе утро, подписчики. Сегодня второй день нашего путешествия. Сейчас мы идем завтракать. И в 2 часа дня мы выезжаем. Куда? В Тбилиси, в Грузию. Посмотрите на эту прелесть. Время 9 утра. Наш завтрак. Режим, я ходил днем, это неудобно было, потому что я на офис еще ехал. Какие красивые досочки у них тут. Как тебе? Вкусно. Вкусно. Надо скачать пару серий «Великолепного века». Боже. А вот эту картину ты сняла, где женщина такая убитая, горем? Либо там как будет? Да, я все сняла. Ну все, мы выселяемся. Выезжаем в Тбилиси. Еле как забронили себе номер. Вот так вот. Привет! Сладкий. Да. Одна из самых главных достопримечательностей города Кавказ, в Северной Осетии, является река Терек. Приблизь. Это типа водопада тут немножко, как не видно на видео. Но это мини-водопад. Это улица Кирова, одна из главных улиц Владикавказа. А вот там вот еще есть маленький мост. Ой, здесь, кстати, олейка есть, смотри, светала. Собянин молодец. Мы в центре города, и здесь растет малина, ежевика, ежемалина. Огромный просто куст. А ничего, что здесь мусорка рядом? В общем, мы сдали свои рюкзаки в нашу турфирму, которая везет нас на автобусе в Тбилиси.
женщины нам там посоветовали вот это заведение. Будем пробовать осетинские пироги. Ну, не дешево, я тебе скажу. Да, ну, пирог с сыром 300. По сравнению с другими местами. Чё? Безалкогольный мохито 150, алкогольный 380. Глядь, кто смотрю. Улыбнись. Ай, чешется подмышка. Улыбнись. Места нам дали козырные. Столик вообще забронен, но нам разрешили сесть и поесть. Вот звук будет хороший, 100%. Смотрите, какой мне мохито принесли. Здесь лайм и два кусочка мяты. Ребята, смотрите. Здесь везде, да, мы заметили, что везде очень много масла. Это какая-то фишка Осетии. Вау, секси. Это много сыра. Это очень вкусно. Советуешь? Сколько стоило? 300 рублей. 300? 300 рублей огромная порция. Реально очень вкусно. Сыр дофига. Здесь вообще почти нет ничего, кроме сыра. Очень вкусно. И все вкусное. Это интересный покой. Домашний спальня кавказский. Через 4 будет минуты у нас тенгиз рядом с нами. Да. А фрутоняня? Ягоды, ягоды, давай. Фрутоняня. Здесь места вообще нету. А вот здесь два есть? Займи. Да, эти вот они границы будем чуть позже проходить. Ребята, здесь есть зарядник, прикиньте. Круто. Лайк. Ура, мы прошли границу. Все, ты видишь, да, какая дисциплина? Дисциплину заметил, да? Железно. Мы всех объезжаем по встречной полосе. Бежим, бежим, Валера. Нам сказали бежать куда-то с паспортами. Мы приехали. Вообще ничего не понятно. Куда, интересно. Что, где. Мое ощущение, что приехали на вокзал куда-то. Так мы и так на вокзал. Серьезно? Ну
да. Вокзал где-то Московская область, ребята. Где-то в очень-очень неблагополучный район. Короче, сейчас будем менять деньги. Как-то главное доехать до отеля, а потом уже будет видно.